Другим темам. Оснащение недавно открытого визит-центра древнего городища Сарайшик продолжается. Там открыли библиотеку с электронной базой данных, где представлены документы, связанные с историей города. Сейчас работники музея дополняют экспозиции новыми артефактами, найденными при раскопках Сарайшика. Визит-центр начал свою работу всего месяц назад. В него вошли 6 экспозиционно-выставочных залов, фондохранилища, конференц-зал, а также лабораторные и реставрационные помещения. В следующем году на территории культурно-исторического памятника планируют открыть музей под открытым небом. Сарайшик был одним из ключевых населенных пунктов на Шелковом пути. Там в разные времена располагались ставки семиханов. При Касымхане город стал столицей Казахстана. Год назад древнее городище посетили 1500 ученых из Польши, Германии, России и Узбекистана. История города Сарайшык тесно связана не только с историей Казахского ханства, но и Ногайского ханства, Золотой Орды. Поэтому она представляет большой интерес для ученых со всего мира. В основном здесь выставлены экспонаты, которые относятся к 13-14 веку. Это и предметы быта, и многое другое. Археологи продолжают работу, и, соответственно, наши экспозиции тоже становятся все богаче.